Программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Мазутные реки, мазутные берега. Судя по запаху, это действительно нефтепродукты. Откуда в пивоварке появились следы нефти? Мнение горожан не учли. У нас же есть место для того, чтобы строить новые кварталы. Почему поправки в новый генплан так и остались витать в воздухе? Никакой логики и командный тон. Человек пришел, вот у него этот мандат ему условно дан, делай что хочешь, он это делает. Что думает бывший сотрудник МЕДа о предвыборной кампании в ВУЗе? Откуда в пивоварке оказался мазут? Этот вопрос уже несколько дней волнует многих неравнодушных горожан. Напомним, в понедельник в одном из барнаульских интернет-сообществ очевидцы рассказали, как на улице Силикатной появился ручей с веществом, похожим на мазут. Причем значительная часть жидкости попала непосредственно в реку. Побывали на месте происшествия и постарались узнать, что могло стать источником загрязнения. Сыпали, да не досыпали. Очевидцы рассказывали, сразу после публикации видео с ручьем, где вместе с водой текла черная жижа, сюда приехали некие рабочие и попытались засыпать это песком. Но по-прежнему видно, где черная жижа стекала в реку, а главное, где вытекала. Этот канал и дыра под забором явно появились уже давно. Каков бы ни был источник, вода, если это, конечно, вода, продолжает вытекать из-под забора. А вот и та самая загадочная жидкость, загрязнившая пивоварку. Судя по запаху, это действительно нефтепродукты. Кому принадлежит территория за забором и, точнее, откуда в ручей попадают нефтепродукты, пока точно выяснить не удалось. Но местные жители сказали, жижа течет здесь не первый раз. Обычно она появляется после сильных дождей 2-3 раза в год. Есть у них и своя версия, где находится источник. А что там за забором находится? Вы в курсе? Ливневка, которая идет, это со старосиликатного завода. Мы обратились на сам кирпичный завод, представитель которого, правда, не назвавшись, заявил, предприятие не имеет к инциденту никакого отношения. Ну, мы мазутом не пользуемся. У нас газовая котельная. У нас вот там, ну что там, котельная, рядом у нас хранилище это кирпича, ну как бы площадка. Дальше идет мельница, у нас даже бочек-то никаких не имеется. Зато подозрительные емкости нашлись подаль. Изучая территорию вокруг, мы увидели калитку. Проходим совершенно свободно. Ни замка, ни охраны, ни указателей, чья территория. Это место находится ниже предполагаемого источника загрязнения, но при этом ближе к пивоварке. Что мы тут видим? 1, 2, 3, 4, 5, 6 старых емкостей, в которых еще сохранились остатки некоего мазутоподобного вещества. И не только. Вот еще такая емкость. Есть ли что-то там, даже не знаю. А вот что мы увидели у подножья цистерн. Характерная вязкая жидкость буквально пропитала землю вокруг. Может ли это также являться источником загрязнения пивоварки, еще предстоит выяснить. А пока мы отправили запросы в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру. Ждем результата. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Лес рубить, дома строить. Генплан Барнаула примут в нынешнем виде, без учета поправок и замечаний от специалистов. Такое решение приняли на закрытом круглом столе в мэрии города. Хотя прежде документ был в свободном доступе для ознакомления и предполагалось, что любой желающий может предоставить чиновникам свои замечания. Какие ошибки не захотели исправлять и что пообещали профессионалам, у которых остались вопросы, расскажет Андрей Дрейер. Туман не развеялся. Это не про небо над городом, а про генеральный план Барнаула. Прошел круглый стол, закрытый для всех, кроме специалистов. На нем градостроительный документ было решено принимать в таком виде. Хотя у профессионалов к нему остались вопросы. Это прежде всего и транспортная схема, и новые территории для освоения, для застройки, и прежде всего жилья. Жилой сферы. Генплан выставляли на всеобщее обсуждение, хотя прочесть его не специалисту было невозможно. Предлагали внести изменения всем горожанам, но в итоге не приняли поправки даже от профессионалов. Например, экологи были против того, чтобы под строительство медицинского кластера на горе вырубили еще 62 гектара ленточного леса. А что горожане? Рядом с краевой клинической будут лес вырубать. 62 гектара бора под новые застройки. Вот вы как к этому относитесь? А чем места у нас нету другого? Как вы думаете? Я думаю, места полно в Барнауле.
Первый объект, который займет место сосен, известен. Это вертолетная площадка для санавиации. В ее необходимости сомневаются втайне от начальства даже сами врачи. Кроме бора усеченного, в генплане специалисты заметили, что земля комплекса «Барнаульская крепость» стала местом смешанной и общественно-деловой застройки. Хотя предыдущий план строительства здесь запрещал. То есть колесо обозрения на площади Сахарова, возможно, уступит место жилому комплексу. Здесь горожане тоже не согласны. У нас же есть место для того, чтобы строить новые кварталы. В индустриальном районе очень много. Поэтому я думаю, что центр города уже достаточно застроен. То есть колесо обозрения и парк нам нужны? Ну, я думаю, что да. И так у нас не сильно много мест, куда можно сходить. Несмотря на это, архитектор Петр Анисифоров успокаивает. Голову пеплом посыпать не надо. Непосредственно вот сейчас нужно принимать генеральный план для того, чтобы выполнять все дальнейшие этапы проектирования и в них сверхпрофессионально, внимательно рассматривать, сохраняя каждое дерево, насколько это возможно. На закрытом круглом столе участникам пообещали, корректировки еще можно будет внести после принятия генплана. Но где гарантии, что эти обещания не развеются, как дым? Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. С нового года пособия на первого и второго ребенка будут выплачивать до 3 лет. Госдума приняла в окончательном чтении закон. При этом изменится и так называемый критерий нуждаемости. Претендовать на пособие смогут родители, чей доход не превышает 2 прожиточных минимумов на каждого члена семьи. К примеру, на Алтае эта сумма составит 19 622 рубля. По прогнозам экспертов, эти изменения должны существенно расширить число нуждающихся по всей России. Насколько увеличится количество получателей в Алтайском крае, пока не сообщается. Известно только, что за минувший год в регионе пособие получили 25 тысяч семей на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Сейчас размеры ежемесячной выплаты составляют около 4 тысяч рублей. Дата выборов нового ректора в Алтайском медицинском университете по-прежнему не назначена. А между тем, наш материал о странном увольнении одного из главных кандидатов Ирины Шереметьевой получил отклик. К нам в редакцию обратился бывший завкафедры психиатрии и наркологии АГМУ. А сейчас профессор кафедры клинической психологии классического вуза Борис Пивень. «Мне есть что сказать», — сообщил он нам. Свое мнение о предвыборной кампании и политике действующего ректора Игоря Салдана он выразит сам. Пусть меня он в суд подает на меня, это слон в посудной лавке. То есть человек пришел, вот у него этот мандат ему условный дан, делай, что хочешь, он это делает. Это потасовки какие-то, это недоброжелательность, это настроенность на командный какой-то тон, причем в самом неприглядном виде его. Приказы, указы, ответственность, неумение создать атмосферу единого комплекса учебного. Потому что то одно, то другое нет. То одно, то другое. Сегодня одно радуется, люди сделали наконец-то. Он говорит, нет, это вы все выбрасываете, давайте другое делать. Насчет наказания, что-то я не помню, что все старались эти сроки выполнять. Это была какая-то игра своеобразная. Сизифов труд это был. То есть дается вам задание, вы делаете, потом все это сметается, делаете заново. Ректор не принимал завкафедрами, такого вообще никогда не было. Могли ждать, ожидать, и все. И ко мне обращались коллеги с жалобами, которыми я бы назвал невротического характера, которые были вызваны от этой всей ситуации, которая складывалась в университете. Мы хорошо знаем, что такое стресс, а такой-то многие люди на себе испытали, испытывают до сих пор. Логики здесь никакой нет. Кадры высокого уровня, ну, в общем-то, находятся в таком положении, когда становятся изгоями. Для других это пример. Вроде будешь так вести себя, то тоже получишь. Если бы было хорошо людям, они бы не уходили, наверное. Если бы была творческая атмосфера, если бы можно было работать без оглядки, что там скажут, именно где будут тебя критиковать. Люди, которые сами того не знают, вообще это не в теме даже. Другой вопрос, почему разрешали бесчинствовать этому человеку? Это другой вопрос. Минздрав, Минобр, почему это все дозволялось? Почему не было проверки реальной? А вы сейчас в медицинский вуз заходите? Я туда стараюсь не заходить. Мне неприятно заходить туда, потому как это тот вуз, который в чем-то я создавал, я все-таки больше 30 лет проработал. И кто-то, какие-то сидят там люди, которые не должны вообще там сидеть.
Добавлю, что наша редакция – это открытая площадка для всех сторон, и мы приглашаем к диалогу других кандидатов на пост ректора и самого Игоря Салдана. Пока в медицинском вузе по-прежнему ссылаются на сезон отпусков. Ровно год назад на Барнаул обрушился сильнейший ураган. Он оставил без света более 40 тысяч человек, повалил тысячи деревьев, унес жизнь. В эпицентре тогда оказался дендрарий исследовательского института имени Лисовенко. Пострадало каждое второе дерево. Ущерб оценили более чем в 10 миллионов рублей. Год спустя наша съемочная группа решила выяснить, как восстанавливается дендрарий после стихийного бедствия. Это свежие кадры из дендрария исследовательского института имени Лисовенко. Несмотря на то, что прошел целый год, работы по устранению последствий урагана все еще ведутся каждый день, когда позволяет погода. 23 июня 2018 года на Барнаул обрушился ураган. Стихийное бедствие сломало или вырвало с корнем каждое второе дерево. На полное восстановление экосистемы потребуется более 10 лет. Ущерб оценивают более чем в 10 миллионов рублей. Пейзаж у нас испортился возле озера за счет того, что не осталось теперь. Береза сломана, сосна сломана. Здесь вот весь вот этот задний план изменился из-за того, что как раз пострадали деревья, спиленные. Вот видите, сколько веток, это все нужно вывозить. Озеро в основной экскурсионный маршрут по дендрарию пока не входит. В прошлом году удалось открыть для посетителей только главную тропу. Но остается дальние участки дендрария, которые еще в течение и 2019, и, возможно, 2020 года придется приводить в порядок, потому что еще большое количество деревьев находится в аварийном состоянии. Некоторые деревья сломлены, лежат, и на сегодняшний день постоянно идет распилка, удаление сломанных деревьев. Ну и, в принципе, еще на ближайшую перспективу эта задача будет стоять. Спасти удалось не все деревья. Вот, к примеру, лиственница опадающая. Она потеряла почти всю свою крону и больше не плодоносит. И такие надпиленные деревья можно встретить на каждом шагу. В НИИС имени Лисовенко выпилкой сломанных деревьев занимается только 2 человека. Мы где-то процентов так на 30-40% только выпилку провели. А еще продолжается эта работа. И нам, конечно, волонтерская помощь нужна. Если бы кто-то приходил со своей пилой, причем пила это должна быть не по маленькому там диаметру, да, вот крупные деревья, чтобы можно было распиливать. Спиленные деревья волонтеры смогут забрать себе. Говорят, ценности они уже не несут. Также в институте Лисовенко на самовывоз предлагают дрова. Все, что осталось от пострадавших редких деревьев. Если волонтеры не подключатся к уборке дендрария, то устранять последствия урагана прошлого года будут еще несколько лет. Нарида Миллер, Александр Антропов. День с толком. Порвали зал. В Краевом театре драмы с аншлагом прошел музыкальный спектакль Надежды Бабкиной «Калина Красная» под одноименной повести Василия Шукшина. Накануне премьеры актеры рассказали журналистам о своей игре в спектакле, а также о том, почему эта история так трогает зрителя. На сцене Краевого театра драмы звездный состав артистов. Наталья Егорова, Сергей Никоненко, Андрей Прокудин, Андрей Мерзликин и дочка нашего земляка Мария Шукшина. На разрыв аорты они проживают знаменитую повесть «Калина Красная», которую автор написал за год до смерти. В центре сюжета история об уголовнике Егоре Прокудине, который решил завязать с прошлым и изменить свою жизнь. Это я. А это я. Я некрасивый. Юмор, музыка и танцы, которые сопровождали спектакль, очень гармонично вплелись в канву драматической истории. Теперь любимое произведение не только на страницах книги и кинопленки, но и на театральных подмостках. Спектакль просто захватывает. И они так быстро переходят от восторга к каким-то печальным нотам. Я просто в восторге. Конечно, мы вспоминаем и «Калину Красную». Интересно видеть знаменитых артистов. Вспоминаешь очень фильмы. Песни шикарные просто наши. Поют замечательно до слез. Перед премьерой спектакля Надежда Бабкина рассказала, почему загорелась идеей поставить знаменитую шукшинскую повесть. Это же настолько народная история, ну вот про нас, про всех. Набираю Машу, говорю, алло, Машенька, мы хотим поставить «Калину Красную», приходи к нам, пожалуйста, ты будешь играть главную роль. Она подумала, что я подшучиваю. Нет, Маша, именно ты должна это сделать. И надо сказать, я была права. Маша гениально все это делает, просто, тихо, но с таким посылом, ребята. Болит и болит душа,
Будто века его знала. А знала-то всего, господи, сутки. Трехчасовой спектакль на одном дыхании. Игра столичных артистов пробила зал. Люди рыдали и аплодировали стоя. Валентина Аскерова, «День с толком». Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. До встречи в эфире.